В 2020 году завершились первые два этапа благоустройства Малаховского озера. В этом году масштабная реконструкция зоны отдыха продолжится. В ближайшее время планируется закольцевать тропиночную сеть вокруг водоема, установить на территории парка туалетные модули и приступить к работам по очистке озера. Сейчас активно прорабатывается вопрос о размещении в парке точек общественного питания и торговли. И мы сегодня эти вопросы тоже обсудили, в том числе с инициативной группой. Мы отдельно эти вопросы вынесем на совет парка. А дальше мы объявим конкурс, аукцион. Он будет открытый, публичный. Поэтому стоит задача, чтобы здесь было красиво, уютно. Ну, по крайней мере, чтобы люди получили удовольствие от того, что здесь происходит. Напомню, благоустройство Малаховского озера началось осенью 2019 года. На территории парка обустроили тропиночную сеть, велодорожки и входные группы. Установили детские, спортивные, смотровые площадки и малые архитектурные формы. Также в рамках проекта проведен капитальный ремонт дамбы.